Много детей с особенностями в развитии нуждаются в реабилитации. Последние несколько лет я провожу занятия по глинотерапии и сотрудничаю с различными общественными организациями. Я хочу создать организацию, в которой особенные дети будут получать реабилитацию, а взрослые с особенными потребностями – профессиональные навыки и возможность зарабатывать деньги. Глина – это природный материал, который дарит новые тактильные ощущения. Лепка развивает мелкую моторику, а работа за гончарным кругом концентрирует внимание и развивает дисциплину. Благодаря опыту работы в социальной сфере и в частности с особенными детьми, я придумываю различные специальные развивающие упражнения. Лепка геометрических фигур, контурная лепка, лепка букв, составление слов и предложений и многое другое. Для взрослых людей с особыми потребностями большая проблема устроиться на работу. Я хочу создать организацию, в которой эти люди смогут зарабатывать себе на жизнь, производя керамические изделия. Огромное преимущество используемого материала в том, что он относительно недорогой, и если не обжигать, то можно использовать повторно. Также можно добывать материал самому. Также я обучаю всех желающих гончарному делу и посещаю другие регионы страны с обучающими мастер-классами для педагогов, работающих с особенными детьми.